Здравствуйте, с вами Флаттерша, Витей Тернаста, и мы продолжаем играть в игру, которая называется Fear 3. Да, по идее, уже третья локация, и должно все быть good. Плюс еще на русском языке у нас скачанный отдельный русификатор. С озвучки причем. Поехали в компанию играть. Да, миссия третья, магазин. Да, эта миссия, кстати, жесткая, я помню, более-менее, не такая уж простая. Но попробуем что-то сделать. А какой вы командный игрок? Настолько, насколько возможно. Надеюсь, способ попасть в центр фейерпорта. Задание. Из оружия у нас только... пистолет. Даже гранат нету. Окей. Вас понял. Неизвестный вертолет потерпел крушение. Брошенные координаты 113 Альфа. Конец связи. Вас понял, Сьерра 6-2, Клод Желтый. Отлично, как подкрепление, не сдохли, блин, лол. Ну да, реально гипермаркет огромный. Прикол, что-то я не могу вот так обойти. Ладно. Че меня так контузит? Вот, кстати, выход же, да? А, вот он называется как Best Safe Co Wholesale. Безопасные покупки, блин. Да. Тупо выбить это стекло, блин, и все. И ты пришел, блин, обратно. Там, где должен быть. Блин, один с... патронов. Мирена патронов нету. Ладно. Без сейф ко. Come again, son. Приходите еще, да, конечно, блин. Лучшие покупки, блин. Вам еще страшно отчасти. Крыс. А-я! Что это было? Что это за белая простыня прилетела передо мной? Я испугался этой херни. Ладно. Так, как приседать? А, все. Чё за... Тут кому-то плохо. Это бешеный смех там. Да! Вот тут, сука, засранец вылез. Пипец, гипермаркет, конечно, огромный. Чем меня так контузит? Кстати, секретов может быть до хрена быть спрятана. Еще такие лестницы делать. Реально кто-то там топает, блин. Ну что-то только вспоминает, что-то такое будет сейчас, но что-то непростое. Ритуальные свечи, кто-то тут поджег. Что это за красная хрень тут была?
Как тебе есть на самом деле держит, блин? Непонятно из чего сделанное. Найдите выход из магазина, задание. Отлично, блин, задание. Что это было? Ладно. Brick room, это, по-моему, складовая. Чё тут? О, тут патроны. О! Давайте патетскую связь и патроны дал. Молодец. Хороший чувак. Сюда давай патроны. Вот не хочется идти в эту комнату с такой пентаграммой из крови, блин. Жестко. Не. Woman, man. Вы чё двигаетесь, блин? Чешьте, блин. Ты. Ты не охерел там? Ты какой-то раненый был, чувак. Чёрный стес. Ай, ай! Реально, как тащина происходит. Кто его, собственно, так разорвал на куски? Кишки прям торчат. Да. Лучше закрыть. Я кого-то видел. Это реально кто-то был. Телепатическая связь, блин. Кто тут вообще разорвал прям стену, блин? Реально, блин. Ты кто такой? Прыгун, блин. Понятно. Не знаю, какие-то сектанты, блин, судя по таким рисункам. Только для продавцов, короче, место не курить. Понятно. Рекламы всякие. Да. Да, блин! Хватит меня пугать, блин! Что-то было. Мне кажется, тут что-то было. Давайте загрузимся. Сейчас посмотрим, что тут вообще было, блин, нахер.
Да, это скрипты, короче, я понял. Ой, боже мой. Сколько тут жесткие скрипты, конечно. Иди нахер. Дрена, сука, прыгучие уроды. Тупом, что-то было. Не, это просто скрипты, я понял, блин. Ладно, хотя бы это больше не пугает, но я тут уже проходил. Выход к электронике, кстати, написано. Кто, блин? О, психи, блин. Это жесткое место, пока что не сложно. Просто нас пугает всякими скримерами, моментами быстрыми, неадекватными и тому подобное. Сюда что я? О боже, блин, лестница тупая, блин. Стремянка, блин. Криворукая. Не. Сейф. Вот сколько тут челиков. Да, этот магазин, конечно, огромный, на самом деле. А тут чё? Да. Понятно, всё с вами. Не так долго, думаю, буду все настолько мирно. Пизд. А, сюда спуститься и надо, да? Да хватит сбрасывать мониторы! Бедный че... Я кого-то видел. Вы там что, с ума сходите, а? Одни вокруг, сука, сломанные телики. Что-то музыка напряженная, не? Долго будете прыгать, сука. Они реально меня пугают. Да, ну и звуки. Я не шучу. Нас преследуют. А, я только это, ты только понял, да? Понятно.
нас пока не нападает, самое интересное. Ты кто? Ты кто такой, сука, был за призрак, блин? Что это за место странное? Блин, что я нахер делаю? Что, сейчас что-то будет? О-о-о! Вы кто такие, сука? Это реально фанатики какие-то. Причем живучие. Уродство. Тут реально помешанные, блин. Но благо вас оружия особо нету. Иди нахер, блин. А, понятно, кто у нас за уроды тут. Ну, не особо и сложно, как-то просто все было. А сам только пугает. Теперь скримеры. Заблокировано. Спасибо, Кэп. Супер на 15 обой. О-о-о! Да реально, сука, помешаны вы что ли? Еще истязают, даже не разглядеть эти трупы. Не. Охренели, блин. Пока что все просто. О, это патроны? А не, это просто какие-то светильники, блин. Морозильник какой-то. Там кто-то был, 100%. Но я загружусь. Благо недалеко. Я хочу увидеть все приколы, которые в этой игре есть, которые можно заметить. Там, по-моему, Айма была, судя по такому красивому моменту. Иди нахер. Нахрен. Сдохни ты уже, блин. Тебе, блин. Ты сзади вылез, придурок, блин. Тут, по-моему, что-то было. Да, тайма была. На пару секунд появился и исчез, блин. Ну ладно. Зато понял, что это Айма действительно. Надо глядеть в оба.
О, патроны. Я еще раз загружусь. Там опять яма была. Сука, прям сзади появилась. Кстати, это немного напугало меня. Так, ладно, с этими уродами можно просто мочить. Потому что они такие тупые, блин. Давай. На. Кретин, блин. Реально слабый, блин. Я же говорю, тайма. Сука. Так, давайте что-нибудь нормальное. О, вот это оружие нормально. Пойдет. Едем Боба. Логично, если стекло само по себе ломает, значит это айма какая-нибудь или еще кто-то. А то пройти нельзя. Да, магазин это огромная локация. Кто? О-о-о! Понятно. Меня хотели этим херней убить. Но благо ничего не вышло. Что за огромная территория? Вам плохо? На. Придурок, блин. А, ясно. Чего такие тупые, боже? Они такие уж и тупые. Да нормально вы так деретесь, блин. Какие же, сука, они живучие. Да. Реально живучие твари. Но пока что я ни разу не сдох. Не настолько уж сложные они. В принципе. Но локации огромные. Привет. Привет. Пока, блин. Так, надо стараться не стрелять по этим дебилам, когда их мало. Реально фанатики помешанные. Изи, блин. Ничего. Ты видишь, да, как у них разрисованы рожи, блин? Да, огромный магазин. О.
Телепатическая связь мне не помешает. Окей. Слушай, электричество, блин. Сейчас оживете? Ну да, естественно. Я знаю, что ты оживешь, блин. Все, кто стоят, лежат на земле, они оживают. Понятно, все с вами. Идиоты, блин. Рядом тут тихо. Вас понял, Оскар 7-2. Учтите, в квадрате еще могут быть противники. Ясно, а тут что? Типа секрет, да? Да. Менеджер, офис. Короче, офис менеджеров. Менеджер. Ассистент менеджер. Так и звук, будто кто-то топает. Айма! По-моему, это взрослая Айма сейчас прошла тут. Патроны не помешают мне. Как джойстик вибрирует. Реально ритуал какой-то. Куча свечей. Да. Просто кровавленный коридор. Кто тут, сука? Вот за записки летает с газет, блин. Да. Да вырубись ты. Вот помешанное радио. Серьезно? А с бомбами, что ли? Реально ходячий камикадзе, блин. Окей. Реально какие-то фанатики помешанные в этом магазине. Гарден Центр. А, отдел садоводства, я понял.
Пока что ничего сложного прям такого не вижу. Это лестница? Да, лестница. Айма. Скример, блин, прям передо мной тут. Аймочка. Большая пушистая, блин. О боже, что вы тут творите, а? Иди сюда, блин. Поплыл, блин. Трупак, блин. Не. Нахер с бомбами, сука, как хотят меня прикончить, вот охренели, блин, камикадзе, блин, где я? Вижу. Комбо, блин. Вас убить подряд без получения урона. Нормально. А, вот, кстати, спуститься тут можно. Иди нахер. До свидания. Есть что-нибудь? Нет. Иди нахрен. О, какой, сука, умный. Живучий, живучий хрен, блин. Еще блокировать удары умеет. Оборзел. Вас тут до хрена, не? Что за такая огромная территория? Охренеть, сука, прям грена ходячий камикадзе, блин. Я пока что ни разу не сдох, причем. На, блин, сука. Придурок тупой. Хрен. Тут сдохни ты уже, блин. Вы там что, застряли? Я вам помогу. О боже. За бешеный крик был, аймы, блин. Все, блин.
Да, это место я прошел. Собран 3 боеприпасов и гранат. Спасибо. Достижение было. Фух, это уже жестко было. Пожестче. Ну, пошли дальше, чё. Мне не нравится это место. Ай-чай! Тайма! Что за хрень происходит? Ты ее не найдешь. Я этого не допущу. Уходи, живо! Меня реально сейчас контузило по полной. А, я там был, получается. Жесть. Немного испугался такого момента, блин. Флэшбэка. Что за херь там? Мясо. Пипец, какая жесткая локация. Ты кто еще такой? Да. Просто куча кусков мяса, и, ну и люди, естественно. Да. Отличная локация. Жесть. Вот ты выйдешь отсюда, нет? Хранение. Чё за... Ты чем стреляешь меня? Понятно. Реально какие-то лучники, блин. Да, помешанные кретины. Ну подходи сюда, что вы там? Нахрен, сука, вас. А? По взрывчатке попади, блин. Тут уже жестче начинается. Все. Хварель есть, блин, из ниоткуда. Вы там бесконечные, что ли, а? Боже мой, хватит!
идите нахер. До свидания. Пипец, как вы там кричите. Иди нахрен. Вы там с ума сходите. А. Прыгун, блин. Да. Ты чё там хохочешь? Придурок, блин. Обхохотался, блин. Всё? Да, тут реально помешанные фанатики. Ну, серьезно. Вроде я тут все исследовал в основном. Пошли дальше. Что-то вообще ни разу еще не сдох. Как-то не очень сложно играется, сам только пугают меня. Кто? Как ты так далеко прыгаешь, блин? Он еще сквозь текстурку стреляет, блин. О. Я вот это возьму. Вблизи это как раз хорошее оружие. Панповый дробовичок. Нахрен, иди. Понятно, помешанный. Убийц подряд. Хорошее бы достижение такое заработал бы. Иди нахрен. Ты где? Придурок, блин. Где? Да, я тут сдох впервые. Ладно. Да, сука, челочники вообще оборзели. Нахер, блин. Кретин, блин. Тупорылый. Иди сюда, блин. Так, назад, 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 назад. Опять даже сдох. Да, лучники эти с бомбами.
Отлично, блин, сочетание, блин. Иди нахер. Фанатики помешанные, блин. Короче, это лучше сострелить отсюда прям. Надо со всеми лучшими разобраться, чтобы они не мешались, блин. Ты где? Я еще упал, ну молодец. Ну да, короче, там скрипт срабатывает. Пока этот скрипт я не зацеплю, враги не полезут. Так. Теперь ясно, кто по мне стреляет. Нахрен. Просто психи. Помешанные. Это однозначно. Можно про них-то сказать. Сюда и надо идти, что ли? Да. Да вот там целая галерея, да, похоже? Серьезно. Помешанные кретины. Ты нахрен. Кто? Ты где, дружок? Тут много вас затупило. Интеллект. Да. Реально помешанные. Пасть безумия существует. Мы смотрим прямо на нее. Отлично ты сказал. То что я буду дохера этих уродов? Да? С бомбами, блин. Фух. Иди нахрен. Так, с оружием, патроном как-то плоховато все становится. Сорвись. Иди нахер, блин. Пес, сколько вас тут. Иди к черту. Лучники, блин, поганые.
вообще охерею. Они на потолке! Центр, докладывает Гила 6-3. Ждем приказа к атаке. Вперед, собрались! Вас понял, ломаем двери! Вперед! Давай, охерею, еще и вы тут. Идите нахер. Пипец, еще это вы тут появились, блин. Кретины, блин. Да. Тут ничего больше нету. Секретов каких-нибудь. То локация слишком большая сама по себе. Да. Ладно. Воюйте с этими придурками. Давайте, воюйте. Еще и граната кидает на меня. Иди нахер. И ты иди нахер. Свидание. Труби с особым ударом в спину. Интересно. Не знаю, что так можно. Да. Да хрена же тут уродов. Просто до хренища. Он уже и вышел. Не настолько сложно тут было, тут он скримеры пугали. Психи. Из-за взрыва они, видимо, головой тронулись. Но в их поведении есть нечто, что меня восхищает. Жажда к насилию. Это не простые каракули психов. Остается мне это своего рода послание. Идем, брат. Подозреваю, назревает нечто очень серьезное. Не настолько сложно, в основном тут очень много моментов, которые меня пугают. Сколько всего ты заработал за тут тут? Блин, я не туда нажал, что ли? А, ну ладно, в принципе, я миссию закончил, я не ту кнопку нажал, ну пофиг. С вами был Fluttershy V13, ставьте себе спасибо за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Yeah.